Он отправился в Фанетию. Фанетия – это место, где ничего не изменилось с 11 века. Он пришел в церковь, там была дверь 6 века, которая с 6 века похожа на свою дверь. Поэтому надо меня ударить по рукам, потому что если это мне расскажет про Фанетию, я буду петь песню не один час. Так вот, Калатожа в Фанетии снимает фильм, который пошел в историю под названием «Соль Фанетии». Безусловный шедевр. Опала из Корсезе. Великий режиссер. Считают, что это лучший учебник по режиссуре для
после Татьяны Самойловой ему было очень трудно сосредоточиться на другой актрисе. Настолько он был увлечен Татьяной, настолько ему она нравилась, но потом уже после отправленных мое письмо, это была последняя совместная картина, уже с ней было тяжело работать. И дядя Миша, вот он это лично рассказывал, безумно было трудно найти другую актрису. И он нашел Клаудию Кардинари. И он нашел Клаудию Кардинари и тоже был безумно увлечен. Я не знаю настолько, что я не знаю, какие там были отношения. Очень он был увлечен. В общем, он был женский пол. Очень уважал женщин, очень мило от них отзывался и говорил. Даже вот с людьми... Да, keeping me all night.
предлагаете это мне сыграть. И вот так родился я сейчас, раз как у меня мурашки просто идут по коже, потому что фильм просто поклониться и всегда об этом помнить. Кстати, когда этот фильм вышел на экран, он, конечно, был показан за границей. И вот Резучи Идзе вспоминал, что какие-то американские студенты у него спросили: скажите, пожалуйста, а вот почему вы, ну, Грузия, маленькая страна, почему вдруг вы решили снимать фильм о Великой Отечественной, о Второй мировой войне? Тогда чьи-то...